В Чебоксарах возбудили уголовное дело в отношении сотрудника частного охранного предприятия. В ночь его дежурства в столичном клубе «Космос» погиб посетитель. По версии следствия, около 2 часов 15 августа текущего года в фойе одного из ночных клубов, расположенных в Новоежном районе столицы республики, между сотрудниками охраны этого развлекательного заведения и 35-летним посетителем произошел конфликт, в ходе которого последний был уложен на кафельный пол. Один из охранников, являясь сотрудником частного охранного предприятия, находясь в это время на дежурстве в этом клубе, превышая свои должностные полномочия и применяя насилие, удерживал указанного посетителя в положении лежа на животе лицом вниз, надавливая ему коленом в области задней поверхности грудной клетки. Тем самым он затруднил потерпевшему доступ кислорода к дыхательным путям, что в совокупности с поступлением в них желудочного содержимого привело к развитию комбинированной механической асфиксии, которая привела к смерти мужчины на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии обращает внимание, что расследование всех обстоятельств гибели мужчины проводится самым тщательным образом.